ми всі були вдома, ми всі сидимо по хатам. Отут напротив мене воно бахнуло все, все посипалось. Два було вибуху, один попав у той забор, де чермет, один попав ось от сюди. От, вбило людину. Я телевізор смотрела, у мене тільки волну, ну так от, і я вже в двері була напротив кімнати. А потім, не знаєш, паралізований стоїш і все, не знаєш, що робити. Дай ваші кошти. Несу! Сук, я паспорт, візьміть! Получается, сюда влетело, а нам туда да, сюда влетело, и волною все позбывало. Вон. И тут, и окна, все повылетало. Вон, влево, видишь? Влево. Вон внизу. Да, да. Я в комнате находилась, собираюсь эти гуманитарки получить. Как меня не убило, я просто только чуть руку поранила, а мне обработали все, а так все нормально. У меня у самой руки дрожат до сих пор. Говорю, слава богу, дети пошли за гуманитаркой, детей дома не было. Я дома с кровати аж подпрыгнула. Под завалей, ну, Ольга была с этой комнаты, она потом вылезла оттуда. А у нас потолок обвалился, маму прибила немножко по голове.